Ребята, всем привет! Сегодня я скрыл, взломал аккаунт Степки Короля. Вы можете сами вот увидеть вот его. Вот, вы можете видеть Лео Джормала. У него тут есть, кто у него еще тут есть? Какой-то, ну, странные какие-то ники у него. Ну, ай, да ладно, какая разница? Вот Лео Джормала, он сейчас играет. Ну ладно, ребятки, давайте, что мы делаем, когда взламываем аккаунты. Хэша. Так, что у меня тут есть? Кто это? Ну, если он, у него этот скин есть, то значит он за него играет. Что у него тут есть? О, у него есть анимация девочки. Идеально. 14 робуксов. Нужна сегодня анимация рубикси. Девочки. Вот так. И волосы меня. Вот такие. Нет, вот такие. Идеально просто, ребятки. Яйцо. Ну, мы яйцо, в принципе, оставим. Яйцо мы, в принципе, это оставим ему на голове. Анимация, все, у нас анимация уже есть. Так. Вот такая вот, да, голова. Делаем ему скинок. Где он прикольный, ребятки, сниму скинок. А если что, это я не знаю, как сказать. Потом верну ему аккаунт. Потом верну аккаунт, я конечно, его не буду забирать там. Конечно, мы сегодня робоксики не сможем его задонать. Ну, это ему только плюс даст. Наше задание его захитрить, да? Захитрить и что-то тут поделать. Робоксов за 14 ничего нельзя купить. Пэнс. Вау, ребята. Не, давайте какие-то вообще маршмеллоу тут есть. Вот такие вот возьмем. Так, ребятки, ему идет. Больше. Такие штанишки. Так, без штанов. Со штанами. Все, ему это просто... Нет, ему это не идет, ребят. За 12 робоксов? Но мне кажется, он может обидеться, если мы ему задонатим. У него останется 2 рубаксика. Что нет, мы ему не будем наносить ничего. Вот тут есть фре всякие. О, давайте ему вот это вот агушу купим. Ха, как же покупаем. Гет. Все, давайте ему агушу сейчас сделаем. Давайте надеть. Ай, да ладно. Ой, да куда я вообще, ребятки, зашел? О, все, такой агуша. Значит, нам нужно сделать майку другую. Давайте ему сделаем какую-то смешную маечку. Вот такая вот. Ой, все, теперь это точно агуша. Не дайте такую оригинальную. В принципе, все мы ему, наверное, уже все сделали. Ну, вот такая вот у нас получилась. Вот скинок, давайте еще в чего-то поиграем. В чего можно поиграть? Что он тут играл? В это, в симуляторы какие-то. Murder Mystery. Ребятки, а что тут можно реально, ребятки, поиграть? О, Get Eaten! Ну, хотя нет. Давайте, ребятки, в какой-то поинтереснее серверок поиграем. Ну, окей, давайте вот этот вот серверок. Ого! Давайте поиграем. Что у нас тут есть? Ну, в принципе, скинок я ему постарался сделать.
Ну, хороший же скин очень. А? Торпеда. Чего у нас такой громкий звук? А, он не громкий. Так, давайте, ребятки, пройдем вот так. Ну, я прям... Ой, я думал, я на супер огромной высоте. Я не туда, ребятки, пошел, если честно. Вверх, вверх, вверх. Вверх. Ой, ребят, там что-то подрывается. У нас только что игра началась? Или давно? Не, походу только что. Так, нет, не стоит. Здесь не стоит. Скорее всего, уже давно игра началась. Ум! Ну, в принципе, наша квадратная голова осталась живых. О, ребята, давайте эту штуку убрать. Вот, давайте. Так, всегда я знаю, тут есть бомбочка вместо вот этой штуки. Она вообще не полезная. Все, бомбочка. Нет, тихо. У нас дома ее нельзя пускать. Офигеть, у нас тут расплавлено. Значит, к синим идем, они меня убили. Это не сильно уж так и понравилось. Все. Улетел пацанчик, в принципе. Главное. А что, база? У меня такое ощущение было, что пошатывается. Угу. Ну катись ты там, бомбочка. А что нашу базу подрывает? Ты что? Ты сопляжуйка, офигеть. Как бы я могу вашу базу там в это время подорвать. Получите, синие. Да вы пискляки. Ребятки, спустимся вниз. Окей, ребятки, я этого не потерплю. Ага, вот так. Сюда. О, джиджи, офигеть, меня просто выбросил. Ах ты, пёс. Получи, пёс. Все, ребятки, я просто заперся в этой канаде. Просто. Ну куда ты стреляешь? Кто это был? Если это враг, то я все равно зол. Но если это наш, то это вообще уже полная просто какашка. Все. Зеленые вылетели. Пу-пу-пи-пу-пи-пу-пи. Ребятки, наша задача. Ты. А, мы же друзья. Мы с тобой. Давай. Мотал какой-то там. Да, где мы ему куча сбросили? Да, ребятки, так держать. Там бомбу вообще, ребятки, взрывают. Кидаем. Сюда все. Синие вылетели. Осталось только желтых. О, ребята, я на нашей же базе.
такой на бахе завалил? Ах ты! Все, ребят, это война просто. Куда ты какашек упрыгиваешь? Так я должен... А, я хотел зацепиться за эту. Где я? А! Все, мы выжили, типа. Окей, ребятки. Ну вот так мы, в принципе, взломали аккаунт Степки. Давайте последнюю карточку тут сыграем, в принципе, на аккаунте Степки. Я его взломал просто, да? Круто, 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 ребятки, я его взломал. Надеюсь, мы не вылетим. Как мы вылетели, как зеленые вылетели в прошлый раз. Сразу же, ребят, убиваем синих. Ай, меня какой-то чел убил. Не поддаемся, будем сильными ребятами. О, нет. Близ, Бяра, ну иди ты, ты достал уже, как, а? С той бомбой. А ты чё с бомбой? Получи ты. Да что за... Все, ребятки, мне это достало. Атакуем просто, ребятки, желтых. Тупо желтых. Все, я просто тупо на желтых. Я тупо, ребята, на желтых. Все, это желтые. Просто тупо на желтых. Получить. Нравится? Что мне будет? Что за... Давайте, ребятки. Оба. Получить. Ты уже без ноги, да? Давайте, ребятки. Что там? Рогатка. Хорошо, ребятки, знаете, она бесполезная. Вань! Где все? Ай, ну ладно, ребятки. Кто был на этом канале? Всем спасибо за просмотр. Всем, ну, в принципе, тут у нас уже, я же говорил, мы проиграем так же. Ну, я говорил, главное, чтобы мы не проиграем. Ну, ладно, ребятки. Мы сразу это видео. То, что мы взломали Степки на аккаунт. Да, в принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Яриплей. Всем пока. Пока. Ребятки, давайте, чтобы было почище. В нашем конце видео. Вы были на канале Яриплей. Всем пока. Пока. Пока-пока.